Good day, ladies and gentlemen. Today I will explain crypto tarot version. I'll hope you will be happy and rich after view that video. Господа. Like it, please. Subscribe Давайте to my channel. Good luck. Тему такую, как The Clash. То есть это перспективная вообще по идее криптовалюта. Давайте посмотрим, что она представляет из себя в данный момент времени. На картах Таро Золотого Тельца. О, трансформация. Трансформация и смерть. Серп Сатурна. Будет все ненужное от себя отсекать. Интересное событие. Интересное. И даже, может быть, скорее всего, все-таки я так думаю, что оно больше не к трансформации смерти, а к миру. Ближе здесь эта карта. То есть мир – это окончание цикла. И здесь тоже как окончание цикла. Угу. Посмотрим на Нового года. То есть цикл у меня новый будет. Что будет по циклу до Нового года на двух срезах? Раз и два. Так. Ожидание прибыли, умеренность, стройка пентаклей. Это королева мечей. Мечей. Так, на дне у нас сидит дама пентаклей. Денег много там. Денег много там. Ну, умеренно будет топтаться. Все ждут, не дождутся. Так, тройка жезлов, двойка, десятка, монет, король монет. На дне пятерка все-таки пентаклей. Ну, очень противоречивые. Во-первых, днище очень противоречивые. Скажем так, здесь королева монет. Пентакли сидит, прижимает свою монетку. И в то же время какое-то разорение, нищета. А что у нас по нищете? То есть они идут мимо храма и не замечают, где лежат монеты. Вот туз перекрывает всю монету. Все-таки на дне тут хороший этот потенциал. Все думают, что она полностью разорена. Но это как дно, это как тайна какая-то. Но в то же время здесь три пентакливые карты. Одна негативная. Это по дну. А то, что не по дну, а то, что на поверхности. На поверхности. Ну, вот сейчас все ожидают, что она наконец-таки тронется вверх. Умеренно будет топтаться. Получение какой-то прибыли – общее дело. Черные пентакли, кстати сказать. Черные монеты. Но она здесь такая закрытая, да. И королева. Что по королеве у нас будет? По королеве какие-то надежды. Ну, неплохо она так отыгрывается. Совсем ее не убьют, конечно. Будут какие-то надежды. А по умеренности здесь сидит богатый человек уже, который все получил и держит, готовится к празднику. То есть это девятка кубков. Неплохая карта по умеренности будет. Так. Подбритие здесь будет. Какой-то кит будет подбривать этот The Clash. А вот по работе в масонской ложе, в тайном обществе, она тайная монета, да? Получение хорошей прибыли. По умеренности будет какой-то договор. Любовное соглашение. И здесь вот он сидит уже и выбор дороги. Он уже выбрал дорогу. И, скорее всего, все-таки она будет расти вверх, потому что на дне потенциал есть. Ну, хотя и нищета. Так, мы расшифровали старшие арканы все. Давайте посмотрим до Нового года тренд The Clash. То есть будет она отталкиваться от этого дна. То есть даже не на месячном графике надо смотреть, а на дневном, на дневке, потому что месячный график, то есть здесь картина маслом. Есть такая картина, то, что боже мой, да. А вот давайте посмотрим то, что на дневке у нас существует. На дневке-то так оно вроде как что-то, какое-то шевеление. Ну, смотрим тренд до... Смотрим тренд восходящий-нисходящий до... Ну, ноябрь берем, да. Ноябрь тренд восходящий-нисходящий. The Clash. Восходящий, нисходящий. Это ноябрь месяц. Так, а что у нас здесь? О, боже. Слушайте, ну, самое удивительное то, что здесь в восходящем тренде очень большая поддержка идет императрице, матери Земли. Туз Пентакли выпал. Ну, какое-то воровство, обман. И ложь, воровство, обман, да? Нисходящий. Окончание. И здесь тоже такое вот это, вот окончание цикла как раз, вот эта вот карта мира, она попалась. Видимо, окончание цикла нисходящего. Окончание цикла нисходящего, пятерка, нет, будут брить. По королю монет. А по восходящему что у нас по императрице? Какая дама надежды, иллюзия. И по тузу десятка монет. Все-таки это восходящий тренд. А что у нас подразумевает обман? Обман это будет по какому-то этому рыцарю огней. Какой-то рыцарь огней, видимо. Какой-то военный, ну не военный, но такой средний ранг.
Да, все-таки больше за восходящий тренд здесь. Больше согласия. Нисходящий тренд там такой. Мечей очень много здесь. Один меч. Обман. Будьте аккуратны, потому что можно обмануться там чем-то. Так, смотрим. Мы посмотрели, значит, ноябрь. Смотрим декабрьский тренд. Декабрьский тренд. А, декабрь восходящий, нисходящий. Восходящий, нисходящий. Восходящий, нисходящий. Готовимся к ралли. Срали. Так. Ага, здесь тоже опять-таки все-таки какой-то негативчик есть. Здесь опять. Ну, я так думаю, что нет, не нисходящий тренд. Потому что он как-то нивелируется. То есть ему приговор по мечам. Двое мечей, одни жезлы. По каким-то известиям от какого-то военного рыцаря. Объявление войны нисходящему тренду. А восходящий тренд, в принципе, здесь сила здесь, да, надежды. Он все-таки в спутанном состоянии. И какая-то сила. В принципе, да, за. Сейчас мы расшифруем. Закон. Какие-то законы будут по силе. И по звезде, что у нас будет. По звезде какие-то предложения, но они отторгнуты будут. Но все равно она. И как они отторгнуты? Из-за борьбы, из-за какой-то. Так. И получение прибыли. А что у нас связанное состояние? Что по законам? Так по законам будут деньги. А что по связанности? Король. Король какой-то будет. Типа Генслера, что ли? Это у меня всегда в этой колоде Генслера выпадает. По какому-то закону будут связывать Зеркеш. А так тренд принципиально по старшим арканам, по стиле и по звезде. Звезда – это эфирные такие надежды. Это будущее. Это не близкое будущее. Это долгое время. Это медиа. Это информационные какие-то каналы. Тонкий такой план. Эфирный. И сила мягкая. Все-таки за восходящий тренд. Благодарю за внимание. Всех благ, профита. Удачи. Чистого, Thanks for watching. Like, subscribe to the Chanel.